Первый раз продюсер и шоумен Александр Цикало женился в юности. Его женой стала певица Алена Шиферман. Брак продержался недолго. Второй супругой стала Лолита Милявская. У них был не только творческий дуэт, но и любовный. Распался он из-за того, что чувства угасли, и артисты начали друг другу изменять. В третий раз Цикало женился на сестре Веры Брежневой Виктории Галушки. В семье родились двое детей. В 2019 году он снова вступил в брак, на этот раз с 27-летней художницей Дариной Эрвин.